Курящим людям трудно противостоять вирусам, и они чаще болеют. Как мы можем им помочь? Вот было бы здорово показать им все это. Показать, как здорово быть здоровым, решили в Центральном дворце культуры. Здесь, в малом зале, учащиеся старших классов посмотрели ряд мультипликационных картин. Не просто мультики, а наглядно о том, как вредные привычки пагубно влияют на организм человека. Алкоголь повреждает клетки крови, и они начинают слипаться. Вместе с забавными, местами смешными героями ребята совершили путешествие по организму человека. В более серьезном формате узнали про вред наркотических средств. Ребятам объяснили, что грань между просто попробовать и формированием зависимости очень тонка. Поэтому в нашем округе идет активная пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Многие из них уже в юном возрасте четко осознают, что в 21 веке... Здоровым быть можно! Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.